57 миллиметров. Автоматическая зенитная пушка. Два выстрела в секунду. Эффективность этой пушки в том, что была придумана для сбития самолетов. Это был прошлый век, самолеты были легенькие, моторные, изредка реактивные. То есть по ним еще как-то можно было работать. Сейчас РВО взяла себе на вооружение, модернизировала. На своих штатных колесах она далеко бы не уехала. Поэтому поставили на крас, сделали ее так, чтобы можно было стрелять во все стороны. Она надежная, как пулемет Калашникова, и точная, скажем, как СВД. Вот, допустим, этот расчет, если им дать снаряды, они где-то на расстоянии до километра начинают сбивать деревья. Небольшие, сантиметров по 5, по 10. Если, допустим, этим орудием попасть в танк, эффект будет больше, чем от ЗУ-23-2. То есть достаточно пару снарядов для того, чтобы его раздеть и разбить. Если по гусеницам, это однозначно сносится гусеницы. БТР, впереди получается маленькое отверстие 57 мм, а на обратной стороне дополнительный люк для десантирования. То у него по снаряду, он всего 3 кг весом, но создает где-то порядка 20 кубов облака осколков. И если это, допустим, работаем по зеленке, то это зона сплошного поражения. Очередью дал 10-12 выстрелов, и можно сворачиваться, уезжать, там больше никого нет. Эти пушки, чем они эффективны, они мобильны, они скорострельны, и они наносят максимальный урон. Если, допустим, бронебойные те же рапиры один выстрел за 20 секунд она делает, то ее обнаружить намного быстрее, и у нее меньше срока жизни, скажем так, у экипажа. То здесь экипаж успевает выполнить свою задачу, развернуться и уехать за срок меньше минуты. То есть, вы сами понимаете, люди нам важнее. То есть нету режима одиночной или автоматической стрельбы. Тут все зависит от стреляющего, от первого номера. Вот как он нажал на педаль, сколько он ее продержал, столько снарядов он и выходит. Хороший заряжающий, допустим, как на этом расчете, он уже спокойно стреляет. Либо один, либо два, либо три сказали ему, четыре, он выстрелил четыре. Сейчас есть такая возможность, дорабатываем компьютерную программу для стрельбы на дальнее расстояние до 6 километров. Особенность этого зенитного снаряда осколочно-фугасного, у него жизни 16 секунд. То есть после выпуска снаряда со ствола он может пролететь определенное расстояние. Поэтому, когда стреляешь над головами у своих товарищей, этот снаряд взлетел, не попал в самолет, начинает падать. И вот, не долетая до земли, он взрывается, чтобы не повредить свои же. Вот для чего. Поэтому, если мы стреляем по наземным целям, то это максимум 6 километров. Максимальная дальность, куда он может долететь. Для того, чтобы он и попал, и взорвался там, где ему нужно. Вот это место заряжающего. Перед ним магазин, в который досылаются 4 снаряда в одной кассете. По мере использования добавляется следующая кассета. То есть вот здесь у него есть столик специальный рабочий, сюда складывается 2-3 кассеты. Если в таком положении, на ходу, на колесах, делаются короткие очереди. Если есть возможность пострелять с более закрытой, на более дальнее расстояние, как я говорил, до 6 километров, тогда уже идет очередь до 12 кассет. В зону поражения, развернулись и уехали. 6 человек. 2 наводчика по горизонтали, по вертикали, заряжающий и принимающий выброс гильз или кассет. Плюс подносчик боеприпаса. Вот здесь у нас хранится обычно боекомплект. Специально сделанная под него площадочка. Помещается до 200 выстрелов. Для того, чтобы было удобно работать. Ну, в бою, вы сами понимаете, никто гильзы собирать не будет. То есть ящик открыл, подаем заряжающему, ящик в сторону. Раньше было такое выражение у пограничников. Мы, говорит, щит, а все остальные шурупы. Вот если бы не было ТРО в первые же дни в Харькове, то ЗСУ просто бы не справилось. Оно бы героически выполняло свои задачи.
Но сам бы город не устоял. Именно из-за того, чтобы люди мобилизовались, вот такие вот организации, как ТРО, и смогли здесь остановить орков.